Всем привет, друзья, с вами Влад. В сегодняшнем видео будет много трэша, много жести. Возможно, даже будет побегать охрана с собаками, если нас, конечно, спалят. Но первым делом я хочу вам рассказать про пранк, который придумал своим другом. Вон, короче, мои друзья стоят у меня за спиной прям там и ничего не подозревают. Короче, в общем, в чем дело? Есть один сайт, где продают все каждый день дофига продуш. И я, в общем, закинул от своего друга объявление, что он продает iPhone за копейки. В общем, сейчас его публикую, и он целый день будет названивать. Его реакцию, когда ему будет уже сотни по 100 раз на день названивать, я запишу на камеру, покажу вам. Обязательно досмотрите все видео до конца. Вот объявление размещено, сейчас ему начнут звонить люди, я это все буду снимать. Короче, обязательно смотрите видео внимательно. Ну, а мы тем временем готовимся к залазу. Как помните, я вам обещал, что попаду в этот круг, там где автобусы. Сейчас мы с пацанами ныкаемся, потому что там ходит охрана и собаки. В общем, там машина, может, видно вон. Вот там в машине чувак сидит, вот там, вот той, которая там, вон она. Ребята, здесь какой-то трактор ездит, мать его. Смотрите, трактор с рабочим. Ёб твою налево. Блин, что здесь происходит, пацаны? Тихо, 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 давай, давай. Он там спиной идет. А где он, где он? Вон он поехал, тихо, тихо, свали с кадра. Тихо, а там чувак в машине палит. Что происходит? Пацаны, что происходит? Я не знаю. Бля, прикиньте, он сейчас наш автобус утащит, в котором мы сидим. Да не, он... Поедем кататься по Киеву, по кругу. Блин, если не тот чувак в машине? Что остается делать, пацаны? Ну, чего показать? Там типа не рынок становится. Там типа... Все поняли на финяте, потом приходят. А там если трачки будут... Да, так, а мы по лестнице, надо вот быстро залезть, а если нас запалят? Ой, вот это жирно то, что точно не залезет. Так, да. А ты что думал? Так у тебя 6 веревок. Веревки Сергея Трейсера у меня есть, да? Веревки Сергея Трейсера. Друзья, вообще внутри тут какие-то работы. Тут видели, трактор гоняет с рабочими. Трактор гоняет, да, реально трактор ездит. Но мы все равно, в общем, решили. Мы все равно решили, что залезем туда. Несмотря на то, что там есть рабочие, у нас есть веревка Сергея Трейсера, которая нам очень скоро поможет. Она заклятая, заговоренная. Тихо, тихо, тихо. А там он, в общем, в машине сидит чувак. В общем, когда начнется какой-то трэш новый, я продолжу съемку. А сейчас мы будем просто тихо сидеть. Потому что реально повсюду рабочие и люди какие-то ходят. Там наконец-то уезжает машина, которая нам мешала очень. Вон она едет, едет. Вон она поехала. Она уехала. Пацаны, она уехала. Уехала машина, которая нам мешала. Вот это напряжный залаз, да. Не знаю, сейчас надо по стелсу к лестнице. Трактор-убийца. Там трактор-убийца едет. В общем, я не знаю, как вам такой видос, но в общем, мы пришли сюда в рабочий день, и тут повсюду работники, рабочие, короче, тракторы ездят, автобусы эти едут, вы это все видели. Нам надо попасть внутрь при рабочих, мы хотим реально при рабочих попасть. Да. Сейчас стелс-режим будет включен. Вот резнов стелс эдишн. За стенкой кто-то есть. А Дэвин той трактор. Там трактор ездит. Трактор внутри. Пацаны, я вам... Сзади, приложи ухо к дверям, он там. Чисто. Приложи ухо. Слышишь, он там? Да. Пацаны, давайте, стелс режим. Б.
Блин, еще две машины вон стоят. Эти придурки, я вижу, трактор внутри. А я отвечаю, трактор прям там. Вот этот трактор злобный, он там. Пацаны, быстрее, стоп с режим. Тихо. А где трактор? А где трактор? Ну что, побежали, у нас есть шанс пройти. Фух, ребят, очень безопасная зона. Да ты дебил. Ты дебил, Марк. Ребят, это безопасная зона, и мы сейчас, в общем, будем тут ждать, пока хоть как трактор утихнет, потому что там куча рабочих. Там куча рабочих, пацаны, тихо, все, отсадим тут. Пацаны, вы что, тупые? Я вам сказал, что если меня через 20 секунд нет, то вы за мной. Мы просыраем зря время. Там, блин, чистая зона. Иди спокойно, конечно, не бывало. В общем, это как в компьютерных играх, первая миссия пройдена. Чекпоинт. Это сохранение? Да. Чистая зона. Что, 11 вообще? Тут нас никто не спалит. В общем, сейчас нам цель Марка спустить туда вниз, до того тут, вот той штуковины. Ну что, Волк, давай первый. Не, мне просто я хоть туда пройду, подорвусь, подорвусь там, и я пройду сейчас. Я тогда слажу.
вторую руку сюда, вторую руку сюда. Я держу вместе. Вторую руку сюда. Теперь ногами за провод. Тихо, 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 пацаны. Короче, знаете, что я сейчас предлагаю? Рюкзак мой забрать. Тихо. Мы очень сильно нашумели. Поэтому надо минут 5 тихо посидеть, чтобы нас не спалили сейчас. Так, как бы сейчас Марка спустил? Веревка Сергея Трейсера. Ты что, серьезно? Веревка Сергея Трейсера. Боже мой, я ее по телевизору бачив. Сергея Трейсера? Тихо, тихо, тихо. Это то, что в Чернобыль ездил? Да, да, да. Ребят. Подожди, это то, что с Вадимычем хотел. Тихо, 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 тихо. Мой наши руки затряслись. Он перепрыгнул с Чернобыля. А еще что я скажу. Короче, он мне ее подарил со словами, что однажды она спасет кому-то жизнь. Так она заговоренная. Да, и она сегодня спасает жизнь Марку. Вот она реально спасает жизни, потому что без веревки мы не спустимся. Офигеть. Это веревка Сергея Трейсера. В общем, нельзя его. Единственный человек, которому стоит бояться этой веревки, это Вадим Вадимыч. Да, она это дрессированная, она удушает. Да нет, просто, блин. Серега просто реально знал, что она нам понадобится. Да, прикинь вообще. Просто реально жизнь спас. Будем спускать Марка. Рюкзак. Рюкзак давать? Да. Рюкзак мой. Ты Ишак, дай мой рюкзак сюда. Давай. Ну. Теперь вторую ногу сюда опускай. Давай, давай, еще чуть-чуть. Стой, не двигайся, блядь. Давай. Достань ногу, блин, дурень. А тебе, стой, не ступай туда. Оттягивай. Давай. Ноги. Да, спасибо тебе, Трейсер, за веревку, она нам очень приходилась. Трейсер просто затащил нам за вас. Веревку? Друзья, а это место напоминает мне какую-то локацию Silent Hill. Просто вместо мутантов здесь охрана, которая может схватить за яйца. Кому привет передаем? Мишаня. Мишаня, привет от охраны. Нет, привет от... Человек, который прячется от охраны. Да. Боже. Какой-то Silent Hill. Но... Колочный мразь. В общем, смотрите. Смотрите, а сейчас нам предстоит спуститься. Спуститься вот этот... В эту жопу дракона. Ты думаешь, что мы шутим? Ну как-то так. Волк, лампа. Он словит? А ты ее словишь? Да. Только не кидай. В общем, надо теперь туда спустить Маркуша жирную тушу. Эта жирная туша весит почти сотку. Какую сотку? Ты что, странно? А сколько ты весишь? Почти 90. Ну 90, блин, я округлил. 62. Максимум 62. Эй, мы с пацанами уже внизу. Пришли мы оттуда. Не трогай, сказал. Пусти лампу. Короче, в общем, мы внизу. Нам сейчас надо будет посидеть тут некоторое время, потому что там рабочая охрана ходит с собаками, вообще жесть. Я не ожидал, что такое будет. Но посмотрите, где мы. Мы, короче, в каком-то Бердяевске, в Залупинске. И нам надо вот тут очень подождать. Походу, говно сливали. Я не знаю, что тут сливали. Марк говорит говно, потому что у него тут работал двоюродный дядя. Двоюродная мамка. Двоюродная мама вот работала. А нам надо подождать. Какая жирная душа, что его еле спустили. Сотку весит и выделывается. Я не буду снимать, как мы туда лазим по туннелям. Вы такое перематываете. Как начнется какой-то интересный трэш, я продолжу съемку и покажу вам обязательно. Волк снял у Марка кроссовок. И мы сейчас решили убежать. Просто. Вот ты сидишь и смотришь, чтобы охраны не было. Марк! Дай дрю. Мело с водой. Тогда ему кроссовок. А там, подождите, пацаны. Вы шарите, что прямо над нами охрана, блин, сидит. Вот это лабиринт. А как там охрана? Там нет охраны. А там еще кушаты всякие.
Так, держи, 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 свети мне. Свети мне, подлюка. Решили переждать, пока охрана уйдет сверху и рабочие уйдут. Друзья, вот там вот лестница, вот там, которая там, вот она отделяет нас от самого автобуса. Как помните, я обещал, что я туда полезу. Я туда полезу. Как помните, недавно еще полчаса назад обхор получил, трактор есть. А сейчас там, походу, остались только собаки. В общем, я не знаю, как собаки нас реагируют. Если собаки нас реагируют плохо, нам придется убегать. Но ждите интеграцию моего канала с каналом Алексея Панина. Алексей Панин, если вы смотрите это видео, там куча собак. В общем, собаку возьмете на себя, мы полазим по автобусам. Вам ничего не видно? Мы сейчас немножко посветим, убежим отсюда. Да, тут стреляли. Ну, короче, мы сейчас будем убегать, потому что мы сейчас посветим. И, походу, нас запалят, если кто-то есть, нас точно запалят. Да, вот-вот, куча автобусов, мы внутри. Вай, побежали. Да тихо ты. Сваливаем. А нам, а вдруг тут рабочие, реально? Просто перед нашими прожекторами нас сразу спалят. Тихо, там что-то. Блин, там знаешь такой звук, как будто бы, знаешь, гаечный ключ или замок открылся. Не, тебе серьезно, такой звук был. Офиг его знаю. Ну ничего, мы миссию выполнили, а сейчас надо Марка отсюда вытащить. Сейчас надо Марка отсюда вытащить. Я не представляю, как это будет. Все, Марк, пока. Марк! Марк! Все, Марк, пока. Блин, реально, так хотелось эту жирную тушу тут оставить. А Маркуша жирную тушу остается жить тут. Туда залез. Я тебе веревку скидывать не буду. Веревку Сергея Трейсера тебе скидывать не буду. Но для тебя проклята, она мне жизнь спасла. Ой, блин, Марк. Блядь, человек-паук. Он нифига не видит. Он упал, а не упал. О, блин. Мутант. Мутант. Мутант Чернобыля. А, мутант. Мутант Чернобыля, блин. Ой, ё. Вот, когда человек хочет жить, до чего. Вот наш Марк. Ну шо? Ну шо, дружок, и кто ты без веревки Сергея Трейсера? Ну? Тихо, тихо, тихо. Вау, кстати, я его вытащу. Руку дай, я тебя вытащу. Ага. Вытащу. Дай, стой, стой, стой. Давай. Вот веревку. Давай. Блин, я это все снимал. Ага. Стой, тихо, тихо, тихо. Тихо. А?
Марк, ты не провались, тут все, тут все, тут все валится. Это Марк валится? Ага. Валится. Встань на ту железную опору, на опору встань. Ты что, слепой, опора, прям... А это плаза? У меня дорож посаживал. Шики. Шики. Фух, друзья, вот и подошел настал к концу. Кто досмотрел до конца, тот молодец. А кто поставил еще лайк и после этого мой канал друзьям, так вообще просто там удача в жизни пусть будет во всем. Марк, чуть не остался без руки. И без ноги тоже. И без ноги. Волк чуть не упал с крыши. Мы сидим. Все. Ссылки на каналы этих двух. На Инстаграм, на мой. Клоунов. Да, да. Этих клоунов в описании. Инстаграм. Если тебе понравилось видос, где мы реально приходим в рабочее здание, реально прячемся от охраны рабочих, ставь лайк, подписывайся на канал, пиши хороший коммент, пиши, что ты ждешь еще от моего канала. А у меня на этом все. Всем пока.